Всем привет, с вами Пиклхио Арихигаши, мы продолжаем похождение Ао Онни. И где же оказалось то, что нам нужно? Это просто жесть. Но я облазил все комнаты. Вот так вот тыкаясь буквально в каждую клетку. И в краешек ковра отошел. Мы поднимаем маленький ключик. Фух. Реально жесть, давайте сохранимся. А вы использовали маленький ключик. Вы взяли навесной замок. Может пригодится? Да, может. А что у нас снизу? Ой, зря этого пошел. Рано. Зажигалка есть? Есть. А ты кто? Хироши, не пугай меня так. Фух. Такеши, ты живой? Да, только тихо. Но это вопрос времени, рано или поздно он меня достанет, отсюда нет выхода. Если бы не я, все бы этого не случилось. Это была моя идея, я виноват. О, Такеши! Ну дурак, а, ну дурак. Какой пароль? Какой нахрен пароль-то вообще? О каком вообще был пароле? Я не знаю пароля. Не знаю никакого пароля. Ах. Ладно. Замочек вешаем, наверное. Да? Отлично. А нашли фигурку в форме звездочки. А? 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 Давай, Оник. Давай, Оник. А, зык, зубастая, синяя тварь. Угу. Хрен тебе. Хрена. Гуляй, Вася. Вот именно. Иди отсюда. Коняй, блин. Сволочуга. Снять навесной замок? Да. Конечно, снять. Так, использовать фигуру звездочки. А что дальше? Нет, конечно, все классно. Я не спорю. Звездочка, фигура звездочки. И так далее, но... А в принципе мне это что дало-то? Мне же ничего не дало. Абсолютно. Нужна третья фигура, а чтобы достать третью фигуру, мне нужен пароль, которого я не знаю. Правильно, правильно. Ну-ка, пароль может там быть. Куда это сумасшедшее... Мой друган убежал. Братья, пароль. Ну что ж, нам нужно использовать пароль, нами полученный ранее, да? Если я не ошибаюсь, это 1754. Да ежишь, в нашей фигурке в виде солнца. Красота. Просто красотища. А еще солнце. Что дальше? Вау. Давайте сейвимся. Что это вообще у нас? Подземный проход нафиг отсюда? Я рад. Мне кажется, по этой лестнице мы можем выбраться отсюда. Надо сообщить остальным. Хрен с вами. Где мне этих остальных только, блин, мать его, искать?
Может быть, в шкафу этот гад тут сидит у нас. В этом шкаф. Нет, он не тут. По идее, конечно, я, наверное, мог один выбраться. Бросить всех тут. Наверное. И, наверное, так и надо было делать, ну нафиг. Пока эта скотина меня не догнала. Беги, Альбин! Да, да уж. Ну ладно, бывает, поймали. С кем не бывает, правильно? Вот и я о том же. С кем не бывает? Ну поймали нас. Ну раз поймали, 20 раз не поймают. Ну да, не на 20 не поймают. Да, синеголовый монстр. О, я нашел кого-то. Зашибись. Хорошие. Не представляете, мы по всему дому бегать и искать, блин. Я бы назвал, кто они, ну ладно. Мы же не ругаемся на стриме, правильно? Поэтому мы культурные люди. Будем культурно проходить далее. Не открывается, естественно. Может быть, в туалете наш какой-нибудь друган. Ну, от страха забежал, не? Нет. Жаль. Жаль, очень жаль. Все было бы проще, если бы он был просто в сортире. Мы нашли выход. Пора выбираться отсюда. Конечно. Зашибись. Мы нашли выход, блин. Ну да, мы нашли выход. Бедный Хироши бегал, блин, от монстра. Искал выход, а вы прятались, как хрен пойми кто, по углам. Ну мы добрые. Мы вас спасаем и спасем, надеюсь, всех. Блин, а где этот шкаф-то? Помните, в шкафу там прятался наш один друг? Может, он в шкафу и сидит? Да. Хороший! Ну что, мы всех взяли, да, вроде? Мика, Такеши, Такура. Да, вроде всех. Можно валить отсюда. Ну то, что гадина нас так будет ждать, синеволосая, синеголовая, зубастая гадина, это 100%. Это гадалки не ходить. Ну или можешь сходить, ну, и так понятно. Да только где она будет нас ждать? Вот в чем вопрос. И сможем мы от нее сбежать или должны, по идее, смочь. Нет, нам не сюда, нам сюда. Ну что ж, игра была прикольная, мне она понравилась. Если бы это не гадина синяя, я бы сказал, что игра вообще шедевральная. Но гадина это немножко раздражает, честно скажу вам. Эй, я не сюда пришел, ёшкин кот. Нам сюда. Там будет Тони нас ждать, наверное, да?
Нет, смотрите. Ну что мы со всеми друзьями? Твою мать. Кого он там жрал, а? Кого эта гадина жрала там? Ой, блин, так и знал. Так и знал. Просто так и знал. Не дадут мне просто так выйти отсюда. Погоди! Синяя тварь! Мы все равно убежим, мы круче, мы умнее, мы надежнее и хитрее. По-любому. Супер. Если туда приду, там опять эта гадина стоит. Может, мне нельзя всеми убегать? Ну, то есть я не смогу всех спасти. Нужно выбрать кого-то, чтобы бросить на сиденье они. Блин, я не знаю, кого бросать тогда, если будет такой выбор. Тут я очень-очень такой выбор, который я не хотел бы делать. Нашли еще один ключ. О, мы еще ключ один нашли. А, он лестницу сволочь пожрал. Охренеть. Скотина лестницу пожрала. Ну и куда этот нахрен ключ ведет? Еще один ключ нашли. Я знаю, куда он ведет. Он на выход идет. Он идет на выход. Он в входной двери. Больше нет вариантов. Реально, от входной двери особняка, скорее всего. Других вариантов я не вижу. Ну, все двери открыли просто. Дверь не открыли. Чего? Тут вообще пошутил тогда. Это вы так сейчас пошутили, да? Дверь не открывается. Куда нахрен тогда этот ключ? Давайте, друзья, покеда. Я домой. Я так не бегал никогда в своей жизни, не помню, как я добрался до города. Монстра меня к тому времени уже не преследовал. Выбрались ли мои друзья или нет с этого заполученного поместья, я не знаю. Что это был за монстр? Наверное, я никогда этого не узнаю. Конец. Что ж, большое всем спасибо за просмотр. С вами был Трохио Арахигаши. Мы выбрались одни. Потому что, ну, я не знал, где этот ключ применить. Ну, бас я. Всем пока-пока. Надеюсь, вам понравилось. Нам понравились головоломки. Надеюсь, вас не так раздражал, как меня, этот синий монстр. Ждите новых игр. Всем большое спасибо. И пока-пока.